А сейчас на эту сцену выйдут, угадайте, кто? Да. Бла-бла-бла-бланш! Которая называется «Искусство души безобразной». Можно я, пожалуйста, прочитаю? Да, да, да. Микро один, кстати. Раз, два, три. Ребята из города Лобня, где мы последний раз выступали, кстати. Очень нас поразили на разогреве. Просто жесть. Джугеря. Искусство ставит слишком тесные границы, позволяя в нем высказываться только упорядоченной, нравственно уравновешенной душе. Как и в искусстве, так и в музыке и в поэзии существует искусство безобразной души, наряду с искусством прекрасной души. И самое могущественное действие – это умение сотрясать воздух, превращать зверей в людей. Пожалуй, удавалось только этому роду искусства. Check it out. Гоним громче минус. А микрофон можно еще опытом? Не буду цеплять. А микрофон еще один. Яма! Душная канава, не просто оказаться на краю ада. Падай, паскуда, иона, опускай грехи, перед тобой честь вора, икона. Святой Матроны Матери оставлена на ничтожной поверхности, осквернена эрой Андрайсов. Великие люди, ждем откровений, псалмы, книга. Экклесиаста заново родился, не верь в братство, пей в камень. Если есть сила, если нет, прощай, будь один в могилу. Девушка влюбился, всем сердцем, под венец, жил давно, сколько нет. Сделал мне предложение, ответ не последовал, и не осталось выбора. Очень тихо. Сказал он мне, я люблю тебя и докажу это. Через неделю парень на войну ушел. Коль ты Амур стрелял, значит и я смогу. И вместо плеч девичьих обнял приклад сбоку. Образ ее спасал, исцелял бойца, раны заживлял, хранил от свинца. Отважно дрался он, пил отродье вражье, мужественно сражался. Но однажды сломила пули его, китель кровью залила. Из последних сил в бреду парень воскликнул: я люблю тебя, я доказал это все же. И услышал голос: я люблю тебя тоже. Мимо, греха. Вроде бы хватает сил, но не успеть мне. Пока я сидел, ушли все друзья. А тут меня кричат, что жить так нельзя. Разве это жить непонятно мне? Полная ясность может быть только в пустой голове. Прошло уже довольно много времени, и из-за моего голоса закрыли двери. Трудно посмеяться над собой, приходится терпеть. Ну что ж, я такой. Ништяк минус, давай следующий. Подряд. Это мелкий мук. Я выхожу из метрополитена прямо на сцену. И эта тема зарвет арену. Первый акт, еще один такт. Начнем представление сначала, это факт. Антракт! Добро пожаловать в андеграунд по вашей просьбе. Продолжаем раунд. Тигра. Я, это ори, это ори, чатули, я микрофон, а мать, я захочу, а мать, а
честный поединок до последней капли крови. Пока язык мой сам не остановится от боли, боли, боли. Пахнет потом, он старается как может, сам себя заводит, перепеет, он из кожи лезет. Пиф-паф! Не хватает мне терпения, мне выпрыгнуть по напарнику своим умением. Чик-пам-пам! Никуда себе я вступил, у контакт наступил. Без всяких правил. Путь, я вхожу во вкус. Кто слышит мелкий, закричи, боюсь, боюсь. Сегодня. Пау, пау, пау. Время на исходе. Ты можешь хмурить брови, скалить зубы, корчить рожи, но напугать ты его не сможешь. Пришел мой черед стать опасней в сотню раз. Иду вперед, товарищ. Иду вперед в Сбербанк. Дай, 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 я на новую тему считаю. Дороже даже той же плаже надо же. Хожу в раз, бандраж, вызываю предка. Я читку в сердцу поймал, загнал плетка в клетку. На заметку взял, лезем в призе, как призит. А то ты музы до грозы, грозы. Где мои мыши, куда вы делись все? Не знаю, я искал вас везде. Я не ем сыр, кстати, но не знаю. Я всегда шел туда, где они не покидают корабля. Потому что крысы хорошие создания, и я знаю, что мы построим вместе здание. Они покидали корабль, а мы плыли дальше и не чувствовали никакой, как говорится, фальши. И все было нормально, плыли мы, это русские моряки. Немного жестче тема, но мы ее не до конца, можно? Да, не плачь. Белые вещи. Продолжается! Казни отменили! Теперь в проебанных вагонах, где правит гонорейная слизь коричневого цвета, судьбу и руки прикопав в кровати, и каждый новый человек, кстати, как на праздник, придает системе хронический характер гангрена. Органа на вилку намотаешь, твой центр удовольствия. И свергая семя прямо на тело, в заряде которым продолжение мира, извергая семя прямо на тело, в заряде которым продолжение мира. Кладбище, лучше меньше и пас, меньше, песни про плести, мысли, голос, поцелуй, честь. Я просто, кодовки, чести, истины. Да, музыка закончилась. Извините, но вот Фиделю спасибо. Куба, Куба, Кубана. Куба, Куба, Кубана. Николай Смаривана. Николай Смаривана. Давай тему сочетаем. Кто украл мой мешок с хорошим горохом? Мне нужно, мне принесите его, потому что я знаю, я ведь хороший, и измена всегда при нем. А что еще делать? Ведь нечего делать. Пойдем, возьмем и запихаем туда. Да нет, ты что? Ты ведь хороший парень, не надо говорить, это все ерунда. Да это тоже парнишка, вроде ничего, а он тот Мишка ушел туда далеко. Да, северный Мишка уехал туда, а мы еноты, да-да-да. Это мой пенсионный.
эти медведи, он хороший, хоть и мертвый. Не надо его есть, шакалы, вы позорны. Зачем? 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 Повторяю я всем. Зачем? 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 В мышеловку он попался. Такой огромный мишка, свою ножку он сунул туда. Вот чья-то подмышка или какая-то мышка его предала. И его когти мышеловка съела. И тогда медведь вскликнул: «Бляу, я не могу больше, я в рот всех ебал, потому что я в эту хуйню попал. Сети уберите, никогда такой финал не приходил. А где сейчас? А где я сейчас?» Вокруг разврат, наоборот, власть, грязь, вперед, круть. Грязет, за что приливал кровь. На пастбище было, стрельбище стало. Кладбище, ученивший пар, прячешь честь, проклесит, лысый, повесть об пьеса. С вопросом о кодексе чести, истина не в моде, в обиде. И ничего не видя, видимо, идем на план гибель. Находим, не храним, теряем себя, ведь не плачем. Даже палачи, платки, хочут не могут иначе. Перед искушением страх, после ужас, вот так глупость. Потеряна мера, миры, кумиры, веру забыли, как все иначе. Сохранив нас, грабят прям в прямых эфирах. Ну, я мною, самому тебе, фу, я не хочу умирать так рано. Небесманно светит нам надеждой. Так нежно сволочивает смех плоть, урождаясь те же круги ада, тоже зло. Так же ничего не надо, смерть жада, оплошность матери ведут на упокой нас антихристы. Убит Христос, пешага Эли и Спида, контракт 12, наверное, в верных. Тебе на стазу очередь вечность, отпустит грехи. Самый прекрасный люцидеяние, свобода над небом. Нет ничего, что похоже на веру. Культ дорогенки в объем ощущения. Отсутствие веры убьет ваш порядок. Любые призывы, почеты, награды, любое движение смешаться с толпою. Я вряд ли забуду остаться собою. Не задавай вопросов, ответов нет, не открывай глаза, света нет, умереть не выход, надо жить, вперед, вверх по лестнице, идущим нет, не задавай вопросов, ответов нет, не открывай глаза, света нет, умереть не выход. Надо жить вперед, вверх по лестнице, идущей вниз. Я был в Абхазии и видел там тигрят, которые сумасшедшие ели яд. Их травили и потом немножко вскрыли то, что нам не нужно подрезать крылья. Ведь мы нормальные ребята, пистолет льется. В оптическом прицеле один из ста. Сердце мужчин против шалела. Под дулом на дуэль против пули смелый. Храбр, как гусь. Сара Сабер, драк, ел. Для имени покинул южный лоб. Да, гусь. Yeah. Это гуд, это мой пиздец. Который ходил, у него вода. И звук был. И было нормально, и было прикольно. Никто не знал тогда, что такое больно. Да все было отлично. Да, было нормально. Ты знаешь, я только сейчас аномально немножко мыслю. Мастер и флот, мастер и фагот. Что еще там будет? Эй, ребята, вперед!
хватит, дрессировки не поддается. Этот человек, который тот, похож на волка. А он вообще какой-то сумасшедший. Попал в капкан и съел его. Дурак пришедший. А что еще? Да нет тут ничего. Вы звери все, а я птица. Не надо для меня стремиться. Я улечу куда-нибудь далеко. Не буду здесь никого. Будут только они. Да, эти трупы. Дальше продолжает свой рассказ. Да что ты, как это самый? Да-да-да. Новые страницы, нового завета, новая жизнь, новое небо, священное лето, мужчина, и прежде всего душевная суета. Никогда не признаются чувства, слишком пусто, как обычно. Все, что лично, и в душе за гранью, неужели хорошо быть последней дрянью и умной, подкудой, продажной, надеяться на чудо. Брат, блядина, куска говядина, давно зажарена и нахуй съедена. Потеряна, на всех разделена, и ничего не сделать нам. Навсегда увековечена человечина, любовь, чувства превратились в песнево. Место жить одного и убивают, забывают люди, все самое ценное, нужное. Несомненно, нам снова слав разбивается надежды. Пустые мысли романтичного маэстро. Слишком лестно звучат комплименты. Черный кирпич, пустотой сорвёшься. Где тебя носит, в каких краях? Ты удали мою жадную жажду. Я ведь в душе моря. И куда потом будем? Я заснул, я есть МС. Хватит драться за микрофон, пошли нахуй все. Йо, все на восток, туда, где нахожусь я. Белая станция, красная линия, вам. Подъезды, шестерные к звездам. Летит мой речитатив, несется скорым поездом. Сегодня 100 крат сильней союз наш. Это мелкий. Поддержки. Это ваш. Все сказано и без меня. Группа была здесь. Все. Music is on. Спасибо. Счастливо. Спасибо. И мелкий нам пора. Чуть попозже.